Представители социальной защиты совместно с Советом ветеранов Амурского района поздравили именинников ветеранов труда. 31 октября отмечала свое 99-летие Золотарева Прасковья Евграфовна. Ее пришли поздравить социальную защиту вместе с Советом ветеранов. Именинница встречала гостей в окружении многочисленных родственников и правнуков в теплой дружеской обстановке. Прасковья Евграфовна всю жизнь проработала на поле, в колхозе. И нынешней молодежи желает для того, чтобы быть всегда бодрыми и молодыми, надо работать. Молодым работать, самое главное работать. От работы, говорит, никто не убегает. Конь и тот круглый год работает. А нам же, людям, всю жизнь работать. От работы хорошо. Где работа, там и жизнь. Где земля, там Божий дар. А также отмечала свой день рождения Бастамова Мария Гавриловна, труженик тыла, первостроитель города Амурска. Ей исполнилось 85 лет. Именинницам пожелали здоровья, терпения и долголетия.